А папу оставили в Киеве. И папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам, будет помогать, может даже будет воевать. Мы шли где-то 3 часа, и вот вы нас спасли. Я думаю, что мы уже будем идти эти 2-3 дня. Я бы думала, что мы будем идти целый день. Вот оказалось, что вы нас выручили.